Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал, я буду вам очень благодарна. Потом резко стало хуже. Новые данные о больной раком заворотнюк шокировали народ. Состояние онкобольной актрисы не позволило ей откровенно рассказать о своем здоровье в интервью крупному телеканалу, как ранее обещали ее представители. Народ негативно отозвался на подставу со стороны звезды «Моей прекрасной няни». Большое интервью больной раком заворотнюк должно было выйти в сентябре 2019-го. Россияне ждали, что артистка сама расскажет о своем состоянии. Предполагалось, что с официальным заявлением может выступить и ее представитель. Никаких разъяснений по этому поводу сделано не было. По некоторым данным, интервью не будет вовсе. Народ тут же принялся обсуждать случившееся. Многие резонно предположили, что рак так сильно ударил по заворотнюк, что она просто не в состоянии общаться с журналистами. Другие просто вне себя от подобных обсуждений. «Человек умирает. Увы, вынес вердикт один из комментаторов. Многие уверены, что тележурналистам нужно отстать от заворотнюк с предложениями дать интервью. Некоторые были просто шокированы тем, что кому-то может прийти в голову допрашивать онкобольного перед камерами. Напомним, что рак у Анастасии Заворотнюк, по слухам, обнаружили около года назад. Сначала она лечилась за границей, западные врачи не смогли ей помочь, поэтому артистку привезли в Москву. Звезде «Моей прекрасной няни» провели две операции. По предварительным данным, ее состояние оценивается как тяжелое. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.